Оплачиваем или показываем проездной? Я говорю, доедешь, я знаю. Оплачиваем. Уже один был, когда я на работу шла. Оплачиваем. У меня пенсия маленькая, тварь ты. И он сказал, я не заплатила, потому что всем насрать. Да. Пошел ты вон, тварь. Думаешь, хорошую машину купил? Я тебе ее лишу сейчас. Давайте. Понятно тебе? Тварь. Давайте. Здравствуйте, оплата при входе, оплачиваем, пожалуйста. Не платите ему. Показываем. Не платите. Не платите. Эта тварь уже на конфликт идет. А почему вы платите? Потому что не никто при входе не платит. У меня льготный проездной, я не беру из-за того, что вам спасибо большое. Время повышаю. Сами от себя. Я сказала, он мне платит. А не ты. Я и сказала, не надо вам при входе показывать его проездной. Я сказала. Да не надо, не надо. Я говорю, он меня обманул, понимаешь, почему я тебе не доверяю? Мужчина, не надо, поставь. Потому что дети здесь сидят, вот это вот будет. Ты понимаешь, что он с дурак? Он меня обманул и улыбался, вот так, как ты. Я вас чем вам накопил? Я сказал, он мне вот так же проходил, я не беру уже. Десятый год проездной, год. Из-за тебя, что ты поднимаешь цены сам себе и ложишь деньги на халяву в карман. Тут ни видео, ничего нет для тебя. А потом Путин выступает, когда мы приостановим рост цен, вы сами все ложите себе в карман. А Путина обвиняете во всем. Никто тебя президентом не выберет. И эта тварь, которая меня обманула до себя. Здравствуйте, оплата при входе, оплачиваем, пожалуйста. А, спасибо.